Да ты настоящий художник. Очень похоже нарисовал. Я жил в Приморске с отцом. Закончил там художественную академию. Потом 6 лет был уличным художником в Нью-Йорке. Надо же, я тоже училась в Приморске. В музыкальной академии. Я скрипачка. Мне сразу показалось твое лицо знакомым. Мы не могли раньше встретиться где-нибудь. Не думаю. Я бы тебя запомнила. Извини за нескромный вопрос. А почему ты работаешь в баре? Ты, наверное, хотел спросить, почему я официантка, а не музыкант? Я получила травму руки. Это был несчастный случай. И у меня теперь плохо сгибаются пальцы. Я могу играть на скрипке, но недостаточно хорошо. Извини, что спросил. Да ничего. Все нормально. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, не твоя вина. Это мой самый любимый уголок Южногорска. Я не был здесь 6 лет, а тут все по-прежнему. Также возвышается над морем старый утес. Также летают чайки. Есть легенда, что в здешних водах обитает морское чудовище. Иногда морской змей показывается на поверхности. И кто его увидит, тот будет счастлив всю жизнь. Это занятно. Пойдем поплаваем. Мне давно не было так хорошо, как сегодня. Спасибо, что согласилась составить мне компанию. Мне тоже хорошо с тобой, Влад. Ника, познакомься. Это тетя Марина. А вы, значит, та самая Ника. Признаюсь, Влад последнее время только о вас и говорит. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. А мне очень понравилось ваше выступление в баре «Старый моряк». Как давно вы там работаете? Тетя, я как раз хотел тебе рассказать. Ника – профессиональный музыкант, скрипач. Она окончила музыкальную консерваторию в Приморске. Ника, это правда? Так и есть. Я скрипачка, но из-за травмы руки не могу теперь играть. Ника, я тебе еще не говорил, что тетя Марина работает в музыкальной школе. Преподает сольфеджио. Твои данные, Влад, немного устарели. Я теперь заведующая в музыкальной школе. И хочу предложить Нике должность. Нам как раз преподавателя по скрипке не хватает. Я даже не знаю. Это так неожиданно. Постараюсь оправдать ваше доверие. Только пока могу предложить неполную ставку. Это даже хорошо, я смогу совмещать работу в баре. Я так привыкла к этому месту. Ну что же, мы все отдели. Давайте угощайтесь.
хочу представить вам новый проект – строительство современного морского порта. Совет инвесторов согласился с предложением Антона. Местом для строительства порта выбран Южногорск. Прошу всех пройти в мой кабинет на совещание. Совет директоров высоко оценил работу Антона за последнее время и назначает его руководителем проекта. Антон, в ближайшее время выезжай вместе с Димой в Южногорск. На месте все осмотрите и составите план строительства. У нас короткие сроки. Хорошо, Сергей Андреевич, спасибо за доверие. Алло, Катя, это ты? Здравствуй, Ника. Я вот чего звоню. Мы хотим приехать с Лидочкой к тебе в Южногорск. Ты же не против? Конечно, не против. Очень хочу поскорее вас увидеть. Мы тоже по тебе очень скучаем. Скоро приедем. Выпьем за любовь. Мне пора домой, а то Антон может догадаться. Антон, снова Антон, ты хотя бы сейчас можешь не думать о нем? Его сегодня назначили руководителем проекта, так что он едет в Южногорск. Как едет в Южногорск? Как всегда мне ничего не сказали. Какой еще порт? Мы же в Дубае собирались. Кажется, все собрал. Куда ты собираешься? Илона, я еду в Южногорск. Будем там порт строить. Мы же в Дубае собирались в отпуск поехать. Можешь спросить у Сергея Андреевича? Он назначил меня руководителем. Сейчас разберусь. Никогда меня не спрашивайте, что нужно мне. Папа, почему ты посылаешь Антона в Южногорск? Илона, перестань. У нас новый срочный заказ. Нам сейчас очень необходим этот проект. И я могу поручить его только Антону. Посылай туда, кого хочешь. Только не Антона. Илоночка, успокойся. Не нужно на меня кричать. Скорее сюда, дедушке плохо. Я бы рекомендовала вам, Сергей Андреевич, стационарное лечение. Вам необходимо пройти всестороннее обследование. Кардиограмма у вас внушает опасения. Возможно, повторение приступа. Но вы, как все врачи, склонны к преувеличению. Просто я немного переутомился, стрессы на работе. Но вы понимаете. Но тогда вы должны принимать эти препараты и соблюдать мои рекомендации. Хорошо. Я буду осторожен. Если вдруг почувствуете себя плохо, сразу звоните мне в любое время. Дорогой, ты так напугал всех нас,
Зря ты отказался от госпитализации. Светлана, ты же знаешь, мне сейчас не до этого. Компания переживает не лучшие времена. А тут такой заказ подвернулся. Мы сразу можем занять лидирующие позиции в строительной отрасли. Это все из-за Илоны. Она тебя довела. Нужно признать, что мы вырастили эгоистку. Только о себе и думает, как ее Антон только терпит. Не нужно так. Она тут ни при чем. И не забывай, какую травму ей пришлось пережить. А Антон должен нам быть благодарен, я его всему научил. Я вот что подумал. А не поехать ли нам всем вместе в Южногорск? Там природа хорошая. Снимем дом на берегу моря. Отличная идея. Только обещай, что не будешь работать. Я буду отдыхать, а Антон с Димой пусть работают. Скажу Антону, пусть берет Диму и едут туда. Пока пусть дом присмотрит и место для строительства порта. Ну как тебе Южногорск, Дима? Мне этот город нравится. Ты выбрал идеальное место для строительства порта. Я уже представляю, как вместо этой старой пристани мы возведем современный порт. А эти старые катера заменятся на новые корабли. К сожалению, я заметил некоторые препятствия для строительства. На пристани расположен бар. Сможем ли мы договориться с его владельцами? Я знаю, что ты всегда найдешь выход из любой ситуации, Антон. Я всегда поражался твоему чутью и деловой хватке. За это тебя и ценит Сергей Андреевич. К сожалению, не из всех ситуаций есть выход. Ты преувеличиваешь мои таланты. Где же было мое чутье, когда я связал свою жизнь с Илоной? А потом я потерял Нику. Ну, я имел в виду твои деловые качества. А в личном я не силен. Поэтому и предпочитаю оставаться холостяком. У меня есть еще одно дело. Нужно подыскать хороший коттедж у моря. Ты же знаешь, как непросто угодить Илоне. Пойдем к бару, может кто-нибудь нам подскажет. Очень симпатичный бар. Даже жалко будет его сносить. Надо же, кого я вижу. Привет. Мне отец говорил, что вы сюда приедете. Какие-то дела в Южногорске у компании. Я знал, что ты в Южногорске, но не думал, что встречу тебя здесь. Влад, ты случайно не знаешь, где можно снять приличный дом для семьи? Сходи на побережье, там есть классные коттеджи с бассейнами. Я думаю, вам подойдет. Спасибо. Ты заходи к нам, когда семья приедет. Хорошо, обязательно зайду. А теперь мне пора. Я пришел встретить свою девушку. Она здесь работает. А ты, я вижу, зря время не теряешь. Ну тогда до встречи, Влад. Дима, посмотри, этот дом тоже входит в зону строительства. Придется договариваться с владельцами. Ну это нам не в первый раз. Ты же знаешь, весь вопрос в цене. Думаю, что на сегодня мы закончили. Пора возвращаться в гостиницу. Я тоже очень устал. Предлагаю завтра тебе заняться поиском дома, а я подготовлю документацию. Приедет Сергей Андреевич, все обсудим с ним. Кажется, мы немного заблудились. Посмотри, Антон, вот ломбард, значит, наш отель где-то близко. Не может быть! Откуда здесь это колье? Антон, что с тобой? Ты как будто призрак увидел. Ну что, пошли уже, наша гостиница напротив. Дима, ты иди, а я еще немного пройдусь. Мне нужно подумать. Влад, может зайдешь? Не знаю, неудобно как-то.
Что скажет твой отец? А он сегодня на работе в ночную смену. Ты же знаешь, он в баре сторожем работает. Ну тогда, конечно, зайду. А с твоим отцом мы тоже обязательно познакомимся. А у тебя очень уютно. Тебя заинтересовала эта картина? А откуда она у тебя? Да купила в Приморске у уличного художника. Подожди, как я сразу тебя не узнала? Ведь ты и есть тот художник. Да, это моя картина. Я нарисовал здесь Южногорск по памяти. Неужели ты та самая девушка? Но как же так? Ты же была беременна. А потом я нашел тебя на улице без сознания и вызвал тебе скорую. Я не хотела тебе все это рассказывать. Но видно, придется. В Приморске у меня был парень. Я полюбила его. Но потом оказалось, что он женат. И он меня бросил. Вот подлец. Бросить беременную девушку. Но где же твой ребенок? Мне сказали, что ребенок был очень слабенький и что он умер. Прости меня, Ника. Я не знал. Ничего. Я уже могу говорить об этом. Давай договоримся, что будем всегда говорить друг другу правду. У меня тоже была жена. Алена. Но все это уже в прошлом. Пора начать новую жизнь. Ты мне очень нравишься, Ника. Иди ко мне. Все будет хорошо, Ника.